Привет! Мы на канале «О чем Гитель». И Маша! А ты умеешь кататься на скутере? Если нет, тогда смотри наше видео. Ставь лайк! Привет, друзья! Сегодня мы будем учиться кататься на гироскутере. Но сначала мы расскажем вам об одной интересной фишечке. Многие говорят, что на гироскутере можно кататься только если есть 20 килограмм. Тим, у тебя есть 20 килограмм? Нет. Маша, у тебя? Нет. А что мы сделали? Мы закачали специальную программку Tao Tao Plus, где можно регулировать настройки гироскутера. И тогда ребенок даже 4-5 лет может ездить на гироскутере. Сначала надо гироскутер включить. Тут должна загореться зеленая батарейка. Включай. The Bluetooth device is ready to pair. Вот такой вот звуковой сигнал, да, милой тетечки, означает, что гироскутер готов к использованию. Батарейка горит зеленым. Это значит, что она заряженная. Еще она может гореть оранжевым и красным. Вот если она зажжется оранжевым, поспешите домой, потому что гироскутер может разрядиться, и вы просто упадете. Чтобы правильно встать на гироскутер, надо поставить ногу на платформу, противоположную батарейке. И тогда зажжется значок, который является таким индикатором, что вы ногу поставили правильно. Давай поставим ногу неправильно, вот сюда. Смотрите, значка нету. Дима неправильно поставил ногу. Ставь правильно. И потом резким движением запрыгиваем на вторую платформу. Оп! Все, теперь самое главное – держать равновесие. Конечно, первый раз будет трудно встать на гироскутер, поэтому Маше поможет Тима. Он будет держать ее за руку, но можно также держаться за стенку или стол, или стул, если вы катаетесь дома. Ну что, Маша, пробуем? Ставим первую ногу и резко заносим вторую. Молодец! Под платформами находятся специальные гироскопические датчики, которые распознают движение твоего тела. Если носки опустить вперед, то скутер едет вперед. Если пятки опустить назад, то скутер поедет назад. А что надо сделать, чтобы повернуть в сторону на гироскутере? Надо ногу давить вперед, а пятку нажать. Да, носок одной ноги надо опустить вперед, а пятку второй ноги опустить назад. И тогда гироскутер может крутиться на месте. И в другую сторону. Замечательно. Равновесие, то вам поможет палка рук. Да, к этому гироскутеру можно купить специальную палку руль, за которую можно держаться, тем самым удерживая равновесие и не шататься в разные стороны. И вот так 15-20 минут тест-драйва, и вы сможете спокойно кататься на вот таком классном гироскутере. Привет! И вот сметенный номер мама на скутере. Ю-ху! Подписывайтесь на канал Чимбиты и Маша. Пока-пока!